Всем привет! Здесь я просто покажу, как записывать авторские сборки и как их устанавливать на жесткий диск. Если вы находитесь на Linux, ну вот у меня на Linux Mint есть такая вот хорошая программулинка. Я ее обычно всегда так вот использую. Она находит, значит, флешку. Избегаю в названии флешки русских букв. Объяснять не буду почему. Со временем сами поймете. Завожу пароль. С русскими буквами бывают разные проблемы. Значит, вот, пожалуйста, флешка отформатирована. Дальше. Значит, идем вот сюда. Вот у нас находится образ, который у нас... Допустим, вы взяли, скачали и хотите записать на флешку, а с флешки поставить на жесткий диск. Вот, образ сделан программой SystemBug. Вот, правой кнопочкой мышки нажимаем. Создание загрузочного USB-накопителя. Отмечаем флешку. Нажимаем записать. Заводим единичку. Нажимаем аутентифицировать. И, как говорится, вперед из песней. То есть, действия простые. Значит, нужно отформатировать флешку и записать на нее образ. На винде это делается также там через мой компьютер. Заходите, находите, где у вас находится флешка, правой кнопкой мышки в менюшке выбираете форматировать, форматируете FAT32, а затем там можно Руфусом, программа есть для записи на флешку. Вот, запомните название Rufus, поискать в интернете бесплатно, скачаете, поставите и запишите образ на флешку. Следующую часть видеоролика я буду делать уже находясь на флешке. Итак, я нахожусь на флешке. Можно посмотреть. Вот она, красавица, здесь сидит. Здесь, как видите, не присоединен ни один раздел. Еще одно доказательство, что я нахожусь на флешке. Ну и вот на флешке показывает root всего 1,89 гигабайта. Занят там 100 мегабайт. Ну, возьмите, присмотритесь повнимательнее. Итак, вы записали на флешку авторскую сборку. Да, или просто из-за образ. Теперь вам нужно решить, куда вы будете все это дело записывать. Вот у меня есть свободный 10-й раздел. И я собираюсь вот этот раздел сейчас просто-напросто отформатировать. В Extension 4 нажимаю «Применить». И этот раздел у меня сейчас будет подготовлен к принятию, как говорится, новой операционной системы. Вот практически и вся, как говорится, недолго. Значит, начинается процесс форматирования. Он идет быстро. Сейчас освежатся все данные. Значит, запомнили 10-й раздел. Вот на 10-й раздел. Значит, на 10-й раздел мы и будем, значит, ставить нашу сборку. Большинство авторских сборок сделал я программой SystemBug, поэтому вот как устанавливать сборки, созданные программой SystemBug. Вот, пожалуйста. Значит, идем сюда. Ну, тут вот в русском варианте копирование системы. В английском copy system. Вот, нажимаете на эту кнопочку. И помните, да? 10-й раздел. Вот он. Вот это 10-й раздел. Я отмечаю точкой монтирования. И нажимаю зеленую стрелочку. И вот если немножечко посмотреть вот здесь, вот видите, появился крестик. Что этот раздел будет отформатирован. И, значит, на него будет установлена вот эта вот данная сборка. Дальше. Еще я выбираю swap файл. И его я присоединяю. Тоже, видите, крестик появился.
и словечко swap. Да, здесь вот появился косой слэш, это знак корневого раздела. Значит, если вы ставите Linux единственным Linux на вашей системе, то можете выделить еще один раздел там на 30, на 50, на 100, на 200, на 300 гигабайт. Значит, вот так вот сделаете, на него наведете и нажмете на Home. И будет у вас еще и дополнительный раздел Home. У меня Linux здесь несколько, поэтому мне еще один раздел Home смысла нет. Поэтому таким вот образом. Хотя вот у меня раздел, значит, сделан. Вот он Home для моего основного Linux. Вот после всех этих манипуляций, значит, пожалуйста, нажимаете на кнопочку «Далее». Если это ваша личная сборка, можете туда и свои данные вот так вот взять, скопировать. Какие проблемы. Нажимаете. И пошел процесс установки. Вот практически и вся недолго, как, значит, при помощи программы SystemBug устанавливать, значит, авторские сборки на жесткий диск компьютера. Вот программа Gparted основная, при помощи которой производится разметка диска. Это зависит от вашей конфигурации. Если у вас стоит винда, и, значит, вы там можете откусить кусочек там на 50, там, на 100, на 200 гигабайт, то вот сделайте себе своп 4 гигабайта, сделайте себе от 30 до 50 гигабайт корневой раздел. Обычно 30 гигабайт хватает за глаза и за уши. Ну вот у меня, смотрите, со всеми моими наворотами мой Linux основной занимает 7,21 гигабайта. Поэтому вы можете смело 30 гигабайт делать этот раздел и все. Но поскольку мы раздел Home не делали, слили все в один раздел, то здесь вот я просто сделал его 50 гигабайт. Как считается, значит, размеры? Значит, если вам нужно создать раздел, ну, к примеру, там, ну вот, 40 гигабайт хотите создать. Вот, умножаете на 1024. И вот это вот число, когда будете создавать раздел, вставляете и указываете вот это число. А на самом деле у вас выскочит 40. Вот таким вот образом работает программа Gparted. Вот практически и все, как устанавливать авторские сборки. Чтобы не мудрить создание мультизагрузочных флешек, да, если еще у вас нет необходимого опыта, берите самую простую флешку там, на 4, там, на 8 гигабайт, форматируйте и устанавливайте на нее вот только один этот изообраз. С него грузитесь, делайте разметку жесткого диска и ставьте себе свою, как говорится, там, сборку или сборку, которую вы скачали и которая ставится через программу SystemBug. Официальные дистрибутивы ставятся, значит, в принципе, производится также разметка жесткого диска. Единственное, что тут вот обычно такой значочек install, на него нажимаете и начинается установка по тем же правилам. Просто для авторских сборок, значит, очень удобно оказалось использовать программу SystemBug. Все ясно, просто и понятно. Так что вот желаю вам всяческих успехов и удач. Значит, как там, что, значит, самые вот азы у вас есть, но, по крайней мере, вы знаете. А как флешку приготовить на винде или на Linux, я вам тоже показал. Ну, на винде просто рассказал, как это дело делается. Но, в принципе, один и тот же. Первым делом форматирование флешки. Второй, значит, этап, это, значит, запись образа на флешку. В винде, пожалуйста, руфусом это можно делать. В Linux, вот, в частности, в Mint, у меня это делать хорошо программой NEMA, файловым менеджером NEMA. В нем в менюшке, значит, есть вот такая вот опция, значит, создание USB загрузочного, и образ нормально записывается на флешку. Причем запись через NEMA очень и очень, скажем так, надежная.
Я сколько только раз и какие только системы не записывал на флешку, пишут просто-напросто замечательно. Итак, запись закончена. Значит, вот смотрим 10 раздел. Значит, из 50 гигабайт, ну вот 8 гигабайт у нас заняла сборка в развернутом состоянии. А в виде изообраза она занимала 2,5 гигабайта. Вот практически и все. Теперь дальше. Итак, я стартовал с 10 раздела жесткого диска. Вот видите телефончик. Это обозначает, что раздел присоединен. И также присоединен Linux Swap. Swap раздел, файл раздел подкачки. Ну и сам расширенный раздел подсоединен. Все, как говорится, без дураков, все нормально сделано. При старте у меня сразу он встал на верхнюю строку в меню загрузки и, как говорится, стал загружаться. Вот. Если у вас, значит, что-то там идет не так, можете с другого Linux, значит, просто несколько поменять все это дело. Вот можете взять, значит, если у вас есть другой Linux, в другом Linux завести вот эту команду. Или на флешке сделать, попробовать это через терминал. Значит, вот таким образом заводится вот эта команда. Она устанавливает загрузчик. А вот это вторая команда. Она, значит, обновляет групп, создает конфигурационный файлик загрузчика, ищет на нем операционные системы, которые установлены, и вставляет их в меню загрузки. Вот практически и все. Значит, ну, у меня не раз бывало, что, допустим, ну, не запускалось, вот и все. Никаким образом установленная система. Здесь мне всегда на помощь приходили, значит, поисковики операционных систем. Значит, что это такое и с чем его едят? Вот я вам сейчас покажу. Можете попросвещаться. То есть, если у вас что-то там не грузится, то можете вот поступать таким образом. Пойдем сейчас ко мне на сайт. Значит, вот программы. Вот загрузочные флешки и загрузчики операционных систем. Вот эти два раздела. Посмотрите, вот поисковик операционных систем. Пожалуйста. Здесь полностью и подробно, значит, объясняется, что там и как это дело делается. Ну и близкое по теме тоже. Программа, значит, это вот загрузочные флешки тоже. Но вам, скорее всего, понадобятся все-таки поисковики операционных систем. Поэтому вот ищите в загрузочном в этом разделе загрузчики операционных систем. Вот первое, поисковик операционных систем. И там еще там дальше есть. Найдете для себя много интересной информации. Вот таким вот образом. Итак, пожалуйста, закончил, значит, так, команда закончила свою работу. Вот нашла Mint, десятку, Fedora, Deepin, Archmerge. Ну и, собственно говоря, сам этот образ, который мы записали в качестве тренировочного. Вот таким вот образом. Так что вот этими вот простыми правилами я вам рекомендую руководствоваться. Это вот сделано специально для тех, кто не знает, как устанавливать авторские сборки с флешки на жесткий диск. Но, думаю, теперь у людей будет необходимая информация и необходимый опыт. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!